Здравствуйте, мои дорогие маленькие читатели! Как же я по вам соскучилась! Будем знакомиться. Меня зовут Анна Мишина. Я автор серии «Добрые книжки для детей». И нашу серию мы с любовью создавали вместе с замечательной художницей-иллюстратором Анной Шаниной. Серия – это книжечки, которые по цветам собираются в радугу. Уже издана книга «Лето», которую я вам сегодня прочитаю. Книга «Зима» издана, ее я презентовала на новогоднем фестивале 2,5 года назад в Российской государственной детской библиотеке. И я благодарю Российскую государственную детскую библиотеку за возможность сегодня, этим летом, прочитать для вас свои книжки. Как я уже говорила, серия собирается по цветам в радугу, оцифрованы книжки «Весна» — это зеленый цвет. Также из времен года «Осень» — рыжего цвета. Синий цвет — это книжечка «Цифры». Фиолетовый цвет — это книжечка «Ночь». И желтый цвет — символом солнышка — это книжечка «День». У каждой книжечки, помимо цвета, есть свой герой. У книжечки «Лето» наш герой — это Божья коровка. И лето у нас ассоциируется с красным. Лето красное пришло, лето красное настало. Ну что, начнем читать? Лето. Божья коровка опустилась на цветок. В небе радуга сияла, солнечный стоял денек. Птицы пели, звуки трели, наполняли воздух весь. Белка шишкою на еле приготовилась поесть. Дятел дробью ритм чеканил, эхом звук летел. Тук-тук. У ручья после купанья чистил шубку друг-барсук. Ёжик носом воздух нюхал, свежий, пряный и сырой. За грибами собирался житель маленький лесной. А лисичка, рыжий хвостик, лапки словно уголек, выпрыгнула вмиг из норки и уселась на пенек. Мишка, братец косолапый, ревом воздух сотрясал, что негрозные звери знали, он малину собирал. Серый волк и серый заяц дружно жили в том лесу. Наша Божья коровка из цветка пила росу. Дождь прошел, и солнце светит в бирюзовой вышине. Радуются птицы, звери наяву, а не во сне. Так бывает, когда радость в сердце каждого живет. Где любовь, там светит солнце. Соловьем душа поет. Дорогие мои маленькие читатели, я хочу пожелать, чтобы это лето было теплым, добрым. Я хочу вам пожелать быть здоровыми, слушаться маму и папу. И этим летом я с радостью прочитаю вам и другие свои книги. До новых встреч! С любовью, ваша Анна Мишина. Пока! Thank you.